Здравствуйте, друзья, меня зовут Анатолий Корякин, и сегодня мы будем удивлять людей в парке. Поехали! Задумай у себя в голове любую знаменитость. Главное, чтобы это был твой случайный выбор. Первый, который сел у тебя в подсознании. Например, из Дом 2 смотрите? Нет. А Дом 2 не смотрите? Ну, вы знаете, кто такая Ольга Бузова? Ну да. А Вячеслав? Ну да. Ну, значит, как-то смотрели все равно. Вот что-то типа них, да? Попробуй как-то мысленно имитировать эту знаменитость. Если это Шварценеггер, представьте, как ты берешь железо, начинаешь качаться. Качаешься в бицуху, приседаешь, представила? Хорошо. Вот сейчас, сама того не подозревая, ты начала не только думать о своей знаменитости, но также имитировать ее микрожесты, мимику лица и характер ее большого поведения. И вот сейчас улыбнулась, значит, это, возможно, какой-то такой отзывчивый человек, достаточно приятный. Я сейчас попробую нарисовать эту знаменитость здесь, может даже написать. Если у меня получится, это, конечно, хорошо. Если нет, то ничего страшного, потому что эксперимент, я не знаю, что можно загадать. Наверное, так, я, конечно, не уверен, но пусть будет это. Скажи, пожалуйста, громко, какую знаменитость ты задумала? Джеки Чан? Точно Джеки Чан? Да, Джеки Чан. Можете похлопать. Это как так? Подожди, я не верила до этого момента в это. Понравилось?